Вице-премьер Игорь Хроновский и заместитель министра экономического развития Ася Кацеева проинформировали главу о проводимой в регионе работе по созданию условий для дальнейшего наращивания темпов развития. Хроновский отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, благодаря тесному взаимодействию с республиканскими органами власти, удалось выполнить практически все социальные обязательства. Планомерно, в соответствии с графиком, строятся и вводятся социально значимые объекты. Кацеева рассказала о приоритетных направлениях деятельности правительства региона и основных мероприятиях по их реализации в 2017 году. Так, по ее словам, индекс промышленного производства составил по итогам января-мая этого года 100,4%. В первом полугодии текущего года в республике также зафиксирован рост объема отгруженной продукции собственного производства. Положительная динамика отмечена и в других областях.